Национальная ассоциация ресторанов и мест отдыха просит руководство страны пересмотреть график работы предприятий общественного питания. Рестораторы обращают внимание на снижение количества зараженных новой коронавирусной инфекцией. Правительство это обращение пока не прокомментировало. Пресс-секретарь Кабмина Марина Нани на наши звонки не ответила. В конце ноября прошлого года Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела ограничительные меры. Было принято решение сократить график работы баров и ресторанов с 7 утра до 22:00. Тогда же были закрыты ночные клубы и караоке. Решение приняли в связи со значительным увеличением количества инфицированных пациентов. Запрет введен до 15 января.